где-то салют, что ли, взрывают. Пускают фейерверк. Слышно, но не видно. Здравствуйте, дорогие мои. 7 января, Рождество. Всех поздравляю с Рождеством Христовым. Желаю вам всех благ, добра, мира. Сегодня у нас минус 22 градуса. По моему приложению идет снег. Пасмурно. Время без 15:02. Смотрите уже, как светло. Многие задают вопросы, почему у вас светло, вроде бы полярная ночь. Но полярная ночь, да, не подразумевает круглые сутки, прям темно. А все равно днем, о, вон фейерверк, днем солнышко, ну не то, что солнышко встает, нет, солнца здесь нету, просто оно где-то там под горизонтом и немножко светлее. Вот, но 13 января заканчивается полярная ночь. Плохо видно фейерверк. Пасмурно сегодня. Видимость не очень хорошая, поэтому не такой яркий салют. Так что через неделю официально закончится полярная ночь. И световой день будет все дольше и дольше. Хотя, мне кажется, он и сейчас на данный момент уже увеличился. Сегодня пурга. Я так понимаю, на дороге Норильск к Иркан. Сегодня будет хорошо пуржить. Хотя, если в Норильске пурга, то в Кайыркане тихо. Либо наоборот, если в Кайыркане пурга, то в Норильске прекрасная погода. Это уже замечено, подмечено. Улица Ленинградская. Я вот тут заворачиваю во дворы. В прошлом ролике я показывала магазин. Господи, все из головы вылетело. Магазин подарков и сувениров. Вот, и мне подписчик написал, что просил, в общем, меня выслать тарелочку. Поэтому сейчас я зайду в магазин, куплю тарелочку. Потому что я выйду на работу, и у меня совершенно не будет времени бегать по почтам и так далее. Поэтому я это сделаю сейчас. Но, смотрю, магазин закрыт. Дверь закрыта. Может, на обиде? Ну, конечно, 7 января выходной. Придется идти завтра. Потому что завтра у меня последний выходной. Придется завтра все это сделать. Так, ну теперь я иду в магазин для кошечек-собачек. Нужно Кире купить корм. У нее корм закончился. Я, конечно, корм заказываю на Валберис. Заказ уже сделала, но пока он в пути, корм закончился. Именно на Валберисе я заказываю ей супчики и влажный корм. Сухой покупаю здесь, в магазине, в Норильске. Потому что на Валберисе нету тех фирм, которыми мы кормим ее. Поэтому покупаю здесь. А вот влажный заказываю. Но сейчас влажный закончился, поэтому зайду в магазин, докуплю немножко. Такую дразнилку еще взяла Кире, потому что дразнилки — это у нас как расходный материал. Она быстро с ними расправляется. Вот взяла новенькую. Людей мало, машин мало. Все продолжают отдыхать.
вообще прям так пустынно. Плохая видимость. Пойду в супермаркет, куплю продукты. 2 дня не выходила из дома. Надо зайти в магазин. Дети, конечно, каждый день выходят то в супермаркеты, то в арену, то куда-нибудь вкусненького что-нибудь поесть. Сегодня тепло, да, сегодня можно прогуляться, надо сказать Софье с Ваней. Ваня хочет прогуляться по Норильску, Софья не дает ему такой возможности. Мерзнет, мерзлячка сибирянка, гулять не хочет в холод. А Ваня толком-то и по Норильску нигде не был. Так только на тренировку с Софьей съездят, до арены дойдут, до ледового городка. Ходили. Ну, в общем, так, поблизости. Куда-то на дальние расстояния. Где-то на дальних расстояниях не бывал. Но сегодня действительно погода позволяет. Так что надо их отправить. Пусть прогуляются. Я говорю, сходите на елку. У нас стадион Заполярник. У нас в городе 3 елки. На стадионе Заполярники елка. На спортивном комплексе Айка. 2-я елка, ну и 3-я у драмтеатра, которую я показывала несколько раз. Ну вот, сходила в магазин и вот такие покупки. Не взяла чек, что-то даже не помню, насколько у меня все это вышло. Рассеянный с улицы бассейна, это про меня. Мне сказали на кассе сумму, я выложила, наличка рассчитывалась, даже вот не имею сейчас возможности посмотреть по смс-ке. Если бы по карте рассчиталась, то была бы смс-ка. Мне сколько сказали, я выложила, вышла из магазина и тут же забыла. Так что пробежимся по ценам, что есть, где есть ценник, посмотрим. Морковка 85 рублей килограмм, болгарский перец 540 рублей килограмм. Помидоры Дагестан 799 рублей килограмм. Но это дорогие помидоры. Есть еще дешевле. Там сливки, черри дешевле. Можно было взять на ветки дешевле. Это самые дорогие. Так, огурцы гладкие 845 рублей за килограмм. Огурцы, помидоры подорожали буквально перед Новым годом. Так, чеснок Узбекистан 540 рублей килограмм. Зелень 845 рублей. 845. Лук, петрушка, укроп по 845. Салат латук. Не знаю, сколько салат стоит. Паста, макароны для пасты. Что-то 130 с копейками. Дорогие тоже взяла для пасты. Сыр пармезан. Завтра буду пасту делать. Карбонара. Сливочно-чесночный соус. Бекон. Ну, вот такие. А, и сливки. Сливки 20%. Вот такие покупки. Мирон у нас опять что-то творит. Творец. Подошел, говорит, мама, у нас есть что-нибудь непромокаемое. Я говорю, ну, есть пакеты. Ну, вот он обрезал пакет. И что-то делает. Пакет надо было снаружи ставить. Ну, так, а может быть, он здесь будет что-то мокрое у него. А, вовнутрь заливать? Смотря, что он будет делать. Что ты делаешь, Мирон? Не скажет. Кстати, вот он никогда не говорит, пока мастерит, он никогда не говорит, что это будет. Когда уже итог, результат показывает, потом сознается. Ты вовнутрь будешь наливать? Да. Ага, все, понял. Молчу. Молчу, понял, молчу. Что-то... Давай, что-то думает, задумывает. Купила ему в магазине, вчера пришла в супермаркет, купила, вот даже большой клей закончился, момент. Я уже сказала, что моментально расходуется. Купила вот таких 4 штуки вчера. Сегодня остался один. Остался один, Мирон. Ты в курсе? Тебе нечем будет. Думала, надолго хватит. Ага, фигушки. За один день 4 клея. Можно было скотчем клеить.
оделся, тепло. Там у детей в комнате проветривают, открывают окно. Он сидел в компьютер, играл, оделся. Мирош, ну сейчас-то раздевайся. Тут-то у нас жарко уже, все. Кира лежит, батонится. Распласталась на полу. Кайфует. Сегодня я Ваню подстригла. Сменила немножко ему прическу. Вот так вот подстригли. Софья сказала: мама, стриги вот так. Ну, как Софья сказала, так мама и сделала. Вот, так что Ваня приедет с новой стрижкой домой. Давай, наливай. Короче, Мирон признался, что он делает бассейн. Да выливай, выливай. И что у тебя в этом бассейне будет? Кто-то плавать будет? Смотри, смотри, дрява. Дрява, смотри, побежал. Бассейн пропускает. Сначала надо пакет проверить, а потом делать. Бассейн пропускает. Выли воду и еще один пакет засунь. Еще сверху пакет будет двойная. Как выливать-то? Неси быстрее в эту ванну. Ванну уноси. Быстрее. Так оно... Да не порвется. Держи. Открой. Мешай. Зато немножко пол помоем. Угу. Да. Сегодня Софья готовит синнабоны. Такие интересные, с шоколадом впервые. Будем пробовать. Говорит, что-то надоели просто. Со сметанным кремом хочется шоколад. Вовнутрь тоже, да, ты терла шоколад? Вовнутрь натирала замороженный, ну не замороженный, а как твердый шоколад, не растопленный. Стружкой натерла его вовнутрь. Вот также сахар, корица. И завернула вот в такие рулетики. Но я, правда, не видела, как она натирала шоколад. Ну что ты так некрасиво делаешь? Вот так вот делать, чик-чик-чик-чик-чик. Вот как вот эти красивенько. Будут сегодня вот такие интересные синнабоны. Ароматы, конечно, на всю квартиру. Вкуснотень. Опять сейчас скажут, какие у Софьи длиннющие ногти, что это некрасиво и так далее. Все нормально, все красиво. Молодежь ходит вот с такими ногтями. А мне, кстати, вот Софья вот такие ноготочки вчера сделала. Смотрите, какие красивые. Просто супер вообще. Просто супер. Я прям налюбоваться не могу. Какая прелесть. Посмотрите, как все качественно, красиво. Молодец прям. Все будем чай пить с синнабонами. А еще у нас орешки же есть, грецкие. Ты не добавляла? Нет? Можно было бы добавить еще орехи. Кто-то пишет, снимайте почаще свою семью, своих детей. Кто-то пишет, а почему у вас Софья с таким недовольным лицом вечно, когда попадает в кадр. А, так вот, как раз-таки вот такое недовольное лицо, это из-за того, что она попадает в кадр. Она просто видит, что она попала в кадр, и таким образом выражает мне свое недовольство. А, вот и все. А почему она не хочет попадать в кадр? Ну, это... следствие ваших комментариев некоторых людей, которые не умеют не тактичных и не умеющих оценивать ситуацию вокруг, так скажем. Вот, поэтому это всего лишь следствие, это, знаете, как круговорот в природе. Ее недовольное лицо – это следствие ваших комментариев, ваши комментарии о ее недовольном лице – это следствие ее недовольного лица, такой каламбур. Вот, поэтому все, в принципе, понятно и логично в этой ситуации. Не оставляйте такие дурацкие комментарии касаемо внешности подростка, и не будет вам недовольного лица в ответ. Вот и все. Вообще, вы знаете, вот я считаю, человека, который оставляет такие комментарии, какие ужасные ногти, как ужасно выглядит, как ужасно одевается, это человек ханжа.
Не знаю, я вспоминаю себя в своей молодости. Я тоже помню, что моим родителям очень часто не нравилось... Не нравился мой внешний вид. И это нормально, это ну, как бы поколение, отцы и дети. Поэтому эти недопонимания, они есть всегда и во все времена, не только сейчас. Во все времена такое было. Я помню, у меня были ботинки, знаете, такие, у меня родители их называли тракторы. Они такие огромные, прям огромные-огромные боты. Вот на такой вот... толстенной, высокой тракторной подошве. Сейчас, кстати, вот подобные тоже носят, но, мне кажется, все равно не такие, как были у меня, по крайней мере. У меня вообще были мощные, здоровые. Представьте, я маленькая такая, худенькая, хрупкая девочка. Ну, девушка уже, уже школу окончила, я, у меня были такие боты. С тоненькими ножками и вот такие тракторы. Ну, это реально смотрелось, наверное... Ну, глазами взрослых, наверное, это смотрелось нелепо, ужасно, некрасиво, безвкусно, возможно. Но у нас была такая мода. Вот у молодежи была такая... А, еще была такая мода. Еще помню, была мода на темные-темные, прям практически черные подводные карандаши для губ. Мы подводили губы вот такими прям темными карандашами, толстым-толстым слоем. И неважно, какая помада была на губах. Это могла быть светло-коричневая помада, но подводка должна всегда быть темно-коричневая. У меня даже есть фотографии того времени с моими такими губами. И я смотрю, ну это реально просто, это настолько ужасно. Но для нас это было модно, круто и... И мы вот так себя выражали. Поэтому и по поводу ногтей, кстати, и в моей молодости мы делали себе длинные ногти, но мы делали это не так, как это делается сейчас, качественно и менее вредно, да, для здоровья. Мы это делали с помощью суперклея. Представьте, да, мы типсы покупали, тогда продавались уже готовые ногти с готовым дизайном, покупали эти типсы, суперклеем клеили на ногти, потом и ломали вместе со своими ногтями, и всяко-всяко было. Но мы тоже ходили с длинными ногтями, поэтому я не знаю, кто вообще пишет такие комментарии, что там, какие ужасные длинные ногти, но это подросток. Понятно, что я вот, например, себе длинные ногти не сделаю, потому что я не считаю это на мне красиво. Но на молодежи, на тоненьких, красивеньких пальчиках, ну, красиво, действительно, длинные ногти. Пускай делают. Вообще, я к этому вообще отношусь вполне нормально. Я, знаете, такая современная мама, иду в ногу со временем, иду на одной волне со своими детьми. И я не то, что да, там запрещаю, я, наоборот, поддерживаю все, что... делают мои дети и то, как они выражаются. Я поддерживала, когда у меня старший сын захотел сделать себе татуировку, я поддержала, когда он захотел проколоть себе ухо. Но так молодежь, подростки выражаются, ради бога, пускай выражаются. Я точно знаю, что это время пройдет, этот период пройдет, и, ну, конечно же, все в пределах разумного. Я сейчас не говорю о каких-то там крайностях, да, я сейчас говорю о нормальных, разумных вещах. Там покрасить волосы, подстричь волосы, сделать татушку. Ради бога, выражайтесь. Так что вот так, немножко так побеседовала с вами на эту тему. В общем, решили приспособить коробку из-под молока для бассейна. Уж она точно протекать не будет. Папа взялся в помощь. Новаторы подключили. Новаторы. Папа, помощь. Вызвался. Вот спасательный круг. Ой, немного. Ты говоришь, без спасательного круга не тонет. Данил пришел на булочки, на синабоны, угу. На чай. Нарон, привет. Привет. Как дела? Хорошо. Что делаешь? Что-то создает. Да. Все утро сегодня что-то создает. Что, ты взяла? Я хожу.
Все? Или еще все, есть? Все? Ходи, дочь. Балет. Мне кажется, Ваня больше положил. Что? Кто в карты играет? Кто в бассейне купается? Да. Мирон, разденься, пожалуйста. Ну, жарко. Смотри, вот лестница. Ой, сейчас на пол. Надо. Так. Раскрасил водичку, чтобы бассейн выглядел как настоящий. Сделал лестницу. И вот этим он занимается весь день. Сейчас время... Сколько сейчас время, Сереж? 5 часов? Почти 6. И вот он, я не знаю, со скольки, наверное. Ну, с часу точно начал. Ну, у нас утро начинается сейчас с 12 часов. Мы сейчас спим все до 12. Каникулы новогодние. Вот, поэтому утро начинается поздно. Позавтракал и начал. Вот, и он весь день вот этим вот. Сначала вот это вот что-то пытался бассейн смастерить, не получилось. В итоге вот папа порекомендовал вот, вот такое. Ну вот. Не знаю, что будет дальше. Может, еще что-нибудь придумает. Это он у нас вот это вот смотрит по Ютубу. Смотрит вот такие передачи. Кстати, там вот этот человечек похож на этого. Да, а что за передача, Мирон? Ну, это Ютуб. Нет, ну как передача-то называется? Вот в этой передаче постоянно что-то мастерят, какие-то... Отойди, Мирон. Какие-то поделки делают, изобретения. И вот он постоянно смотрит и тоже вот я начинает. Этот канал люблю. Да. И тоже начинает изобретать. Ну, а дома, конечно же, вот, вот такой вот творческий беспорядок. Ну, да. Ой. Ну, на этом дело не закончилось. Продолжение следует. Дальше к бассейну. Ой, что-то я накупался. Да, к бассейну. Ой, то есть належался. К бассейну прилагается-то лежак, зона отдыха. И плюх-плюх. Да. Ну, Мирон говорит, это пляж. Ты песок, поплюхаешь. Песок. Смотри, как сейчас. Газгон, плюх. Ой, споткнулся. Споткнулся я. Вот так и занимаемся весь день. Ну что, друзья, на этом буду заканчивать свой ролик. Еще раз всех с праздником, с Рождеством Христовым. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем выпуске. На заднем плане тут Мирончик. Да, я тут... Занимается, в общем. Пляж делаю. Всем спасибо за просмотр. Всем большое спасибо. Нет, мама, за... Подожди, сынок. Спасибо за поздравления ко дню рождения моего старшего сына. А, кстати, я смотрю, многих интересует вопрос, куда же делась Оксана? Где Оксана? Кто-то даже с каким-то сарказмом задает вопросы или с сарказмом отвечает на вопросы других комментаторов о том, что Оксана сбежала, Оксана уехала, Оксана всех бросила. И так далее. Так что не волнуйтесь, не переживайте, все у них хорошо. Оксана скоро приезжает, 9 числа, уже послезавтра она возвращается в Норильск. Отпраздновала Новый год со своими родителями. Ну, захотела девчонка съездить к родителям. Ну, соскучилась. Все-таки первый год в Норильске, молодая. Такое бывает, не только с Оксаной, такое бывает со многими приезжими. Это мы сюда приехали с радостью, с удовольствием. Мы знали, зачем мы едем, мы знали, куда, ну, наверное, куда все-таки мы как бы не имели представления полное, куда мы едем. Но мы знали, зачем мы едем и для чего мы едем. Поэтому это нас тут ничего не пугало. Мы были всем довольны, получали удовольствие от жизни, к чему-то стремились, работали, шли и добивались своих целей. Но... Все приезжают по-разному. Кто-то сюда приезжает с удовольствием и со своим желанием, а кто-то приезжает, ну,
за кем-то. Я знаю многих таких, много случаев знаю, когда жены приезжали за мужьями, хотя не хотели сюда ехать, но так как муж едет на работу, и, соответственно, жена едет за ним. Также девушки за своими молодыми людьми приезжают. Кто-то уезжает обратно, кто-то остается, смиряется с этой ситуацией, с Норильском, продолжает жить, кто-то влюбляется в Норильск. То есть это у всех происходит по-разному, и не только с Оксаной происходит то, что она скучает по родителям, скучает по своему дому. Это, я считаю, это нормально. Все люди разные, и у всех в жизни все складывается по-разному. Поэтому Оксана едет обратно. Так что не волнуйтесь, не переживайте. И свой сарказм можете оставить при себе. Все, всем до свидания. Всем пока!